друзья! Здравствуйте, любители качественного звука! Хочу еще раз остановиться в своих материалах на замечательном изделии, автомобильном усилителе уровня High-End. Он построен в классе Mini Dual Mono, обладает схемотехникой в классе AB, усилитель от компании CME, главный конструктор и разработчик Эдуард Марилов. Краткие его характеристики: это при сопротивлении 4 Ом он обладает 210 Вт на каждый канал и искажениями на частоте 1 кГц при мощности 10 Вт и сопротивлении нагрузки 4 Ом 55/100. Подробные характеристики под этим видео, кому интересно, посмотрите. Уверен, что любители автомобильного звука обратят на него внимание, так как этот усилитель заслуживает такого внимания. В предыдущем видео сделал ему обзор, сделал запись звучания в моей системе дома, но так как я пообещал и не смог сделать ему измерения, в связи с тем, что он обладает очень высокими показателями качества, то есть 55/100 искажений, уровень шума на уровне минус 115 дБ и так далее. То есть это характеристики уровня High-End, и для их измерений, естественно, нужно обладать соответствующим оборудованием, которого у меня пока что нет. Поэтому мы, кроме прослушивания в моих домашних условиях, пошли дальше. Дальше это мы нашли в Киеве профессиональный аудиосалон Super Sound Studio. Владелец этого салона Юрий любезно согласился прослушать данный усилитель в своем салоне, сравнить его со своим богатейшим опытом. Он прослушивает системы в своей студии и в помещениях своих клиентов очень высокого уровня. Студия занимается оборудованием под ключ аудиопомещений, начиная с акустической обработки, подготовки помещения и заканчивая полностью оснащением и подключением настройки оборудования. Поэтому обладает богатейшим опытом, и мы обратились в этот салон. В этом салоне мы прослушали данный усилитель. Заранее прошу прощения за освещение. В данном салоне мы сделали освещение благоприятное для прослушивания, а не для записи видео. Также постарался сделать запись звучания данного усилителя в данном салоне. У Юрия взгляд такой, что оборудование должно работать в своих оптимальных режимах, это выдавать ту мощность, которая вызывает ощущение живого присутствия на концерте. И при этих мощностях оборудование раскрывается. Всем, кому интересно, прошу посетить этот салон, кто в Киеве или в области. Super Sound Studio. Юрий с любезностью вас примет. Ссылочку на этот салон оставлю под моим видео. Данный усилитель мы с вами послушаем его звучание в конце данного видео. А сейчас предлагаю вам послушать отзыв Юрия, владельца этого аудиосалона, о том, как звучит данный усилитель. Прошу вашему вниманию его отзыв. Мы произвели прослушивание усилителя компании CNE. Главный конструктор и разработчик Эдуард Марилов этого усилителя. Произвели его прослушивание в данной студии. В ней занимаются профессиональным аудиооборудованием. И нас пригласил в эту студию Юрий, владелец этой студии. Он как раз является экспертом по аудиооборудованию, поэтому мы спросим его впечатления про звучание этого усилителя. Здравствуйте, Юрий. Что вы скажете нам по поводу звучания этого усилителя? Ну, он, правда, автомобильный, а слушали мы его в, скажем так, в домашней обстановке. Но, тем не менее, впечатление, естественно, мы про его звучание получили, поэтому я хотел бы с вами поделиться, дорогие друзья, мнением про его звучание. Ну, могу сказать, что, как говорится, по первым нотам, когда зазвучал этот аппарат, он сразу же впечатлил и сразу же обозначил свое положение, да, на шкале как бы качества, на шкале класса устройства. То есть это усилитель из топ-класса. Это было сразу слышно, сразу понятно, потому что первое, это очень высокое разрешение в звуке.
Второе, это очень плотный, собранный, четкий бас, и он наконец-то быстрый, он наконец-то подробный, он не уступает по детальности средним, высоким частотам. Главное, чтобы была запись соответствующая. То есть, как известно, ну, из моей практики, подобные усилители достаточно сильно выносят качество записи на поверхность. То есть сразу ты понимаешь, насколько плохо или хорошо сделан трек, музыкальная композиция. Вот он показывает это референсно, я считаю. То есть самые главные вещи, которые он должен делать, он делает. Это высокое разрешение, это скорость, это не уступающий средним частотам по подробности бас, это мощность, в конце концов. То есть это топ-класс, это топ-линейка. И, конечно, вот чисто по меркам домашнего хай-фая, он немножко как бы удивляет своими достаточно скромными размерами, что тоже как бы так интересно в какой-то степени. Но... Спасибо, Юрий, огромное за ваше мнение. В ближайшее время выйдет у нас этот материал. Спасибо еще раз вам огромное. Вам, дорогие друзья, желаю мира и добра, развития ваших аудио хай-фай хай-энд систем не только в домашних условиях, но и в автомобилях. Спасибо. Присоединяюсь. До свидания. На этом, дорогие друзья, буду заканчивать это видео. Всем пожелаю мира, всем добра, всем развития ваших аудио, хай-фай, хай-энд систем, не только домашних, но и автомобильных, потому что настоящий любитель и ценитель музыки обязательно построит качественную аудиосистему у себя в автомобиле. Этот усилитель однозначно заслуживает внимания и размещения для достижения качественного звучания в авто. Сейчас предложу вам послушать звучание данного усилителя в салоне при уровне звукового давления 115 дБ. Прекращение фашистских режимов на планете Земля для достижения мира на всей нашей планете.
До свидания, дорогие друзья.